Бойцы миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады взяли серебро на престижном состязании в Уэльсе. За победу боролись около 140 команд из разных стран. Поиск объекта, оказание первой медицинской помощи, преодоление преград, ориентирование на местности. За короткое время участникам предстояло выполнить ряд сложнейших задач. Кстати, в прошлом году белорусские миротворцы привезли на родину награду высшей пробы. Сейчас до золота не хватило всего несколько баллов. Учли опыт инструкторов, которые были у нас на доподготовке, их советы, и мы пытались это все использовать. Военнослужащие из других стран отметили нашу высокую готовность, высокие навыки бойцов, слаженность группы и умение принимать быстрые и верные решения. Накануне военнослужащие встретились с учениками 28-й школы Витебска. Миротворцы для детей организовали показательное выступление, рассказали о своей миссии и вместе с ребятами украсили дерево мира. Отмечу, патриотическому воспитанию в этой школе уделяют пристальное внимание. Здесь работает мини-музей, дети участвуют в исследовательской работе.